Я поздравляю свою маму, бабушку и свою девушку с 8 марта и пожелал бы им здоровья и счастья. Я поздравляю не только близких, но и далеких, и очень далеких, и всех женщин, красивых, не очень и совсем хороших. Так что успехов всем. Я поздравляю свою маму, тепла, солнышко, счастья. Уважаемые женщины, хотел бы поздравить вас с настоящим, наверное, женским днем, который есть действительно в этой жизни для вас единственный. Хотел бы вам пожелать здоровья, огромной любви и, конечно же, женского счастья, которого так вам не хватает. Хочу поздравить всех женщин с 8 марта. Естественно, в первую очередь хочу поздравить свою маму. Всех благ ей, любви, счастья, удачи, семейного благополучия. Ну, естественно, чтобы мы не баловались, естественно, чтобы она гордилась за нас. Поздравляю свою жену, тещу. Вот, с 8 марта желаю всего самого наилучшего. Я поздравляю маму с 8 марта. А я всех своих родных хочу поздравить, всех близких, кто меня знает. Всех-всех женщин с праздником 8 марта. Я хотел бы поздравить свою дочь и свою жену с этим замечательным праздником. Вот. Хочу им пожелать, чтобы они остались всегда такими же красивыми, так же сильно меня любили, за что, в принципе, я их тоже люблю очень сильно. И, ну, я горжусь тем, что у меня есть такие девчонки. Мы сами приехали из города Брянска. Нам очень понравились девушки этого города. Мы хотим их очень поздравить от всего сердца и сказать, что мы всех любим.